гиперфокус просто. Я, наверное, очень зря это сделала. Нет! Снаружи. Просто смысл пытаться не намочить ноги, если они у вас уже по-любому мокрые. А что ты делаешь? Ничего. Потом мне еще заясняется, что почему Кристина нет видео. Потому что Кристина не хочет петь видео. Кристина не любит петь. Че это? Никакую песню не знаю. Не разговаривай, Оксана Косец. Почему я не могу говорить, как Юля? Потому что я сейчас мажу. Передавай Юльке привет. Привет. О, тебя видно. Привет. Такая рыжая Юля. Да. Почему Юля рыжая? Там у столы. Не спрашивала? Нет. Давай спросим. Она скажет. Потому что я такой родилась. Патрик, что ты здесь делаешь? Копаю. Зачем ты надела кепку? Я боюсь. Давай, прыгай. Ты легкая, капец. Как снимать? Чего-нибудь снимай. Чем ты снимаешь мой нос? Давай, ладно, ок. Айфон! Говори мне, короче, побольше этой колбасы. Чё всё снимаем? Тебя снимаю, зачем ты тебя накажешь, нет? I'm sexy girl! Лай, лай, лай! Лови! Это тебе! Это всё тебе! Я твоя фанатка! Картошка фри в сковородке. Да, да. Снимите нас, пожалуйста, он такой. Извините, девушки, вы не в моем вкусе. Вот и все. Магна держит в руках. Первый раз в жизни сноуборд. Все когда-то бывает впервые. Шлюшка. Тебе сопля. Все, короче, давишь на пятки. Дави на пятки сейчас. Давлю, давлю. И отпускай. Ha ha ha!
за мной. Дугой нога! Ехали в травму как раз. Не стани, не стонела, всего лишь сломалась. Подожди, стой. Или это пустой ботинок? Да я в неё, я думала, он тебе дугой, ты даже не плачешь. Напугала Ангелина, ржёт, просто ржёт. Ой. Это мне мешает. Плохому сноубордисту знаешь, что мешает? Крепление и плохие ботинки. Да. Вы что, снимаете? Нет, не, играет. Играет. Ребенок маленький. А, вы везде так людей шокируете, да? С собой прыгнуть в бассейн. На самом деле, Супермен. Я самый крутой чувак на районе. Рассказываю историю пиздец Санта-Барбары. Да. Я жил с чуваком в соседнем подъезде 14 лет. И только потом я узнал, что он мой брат. Пиздец. Серьезно тебе говорю. У меня есть старший брат, я в... Я не знаю слов. Знаю только пример. Вот такая вот. Так вот, друзья, давайте бурными-бурными аплодисментами! Алёна, с днём рождения! Мы хотели подарить тебе бутылку шампанского. А почему нет? Либо песню. Кушай, как будто у тебя день рождения. Ну почему нет? Тебе лишения хватило, что ли? Мы просто узнали, что в баре шампанское стоит 1000 рублей, поэтому песня, да? Да, она стоит дешевле просто, поэтому, чем шампанское. И надеюсь, что тебе понравится, потому что я не умею петь. Зато беляши отменные. Да. С понедельника по пятницу, будто бы назад, время пятница. Мы были нигде, плавали в мутной воде, различимы едва в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница. Если бы не пятница, вечер...